Здорово всем, ребята, Кинтуха на проводе. И прямо сегодня мы посмотрим самое первое видео популярных ютуберов. А именно ТикТак, Рика, Вели, Обломина, Холдика. Всех-всех, даже свое видео и даже Анетки. Кстати, да, Анетка, поздоровайся. Всем привет, с вами я, Анетка Конфетка. Короче, брата, чтобы было не скучно, решил с тобой взять Анетку. Но вы, мои уважаемые подписчики, перед тем, как мы взлетим, прожмите лайкусики. Обязательно подпишитесь. А мы взлетаем! Ну и первое видео, которое мы будем смотреть, это видео моего любимого братика ТикТака. Оно называется «Выбиваем керамбит стендов 2». Видос набрал 1 миллион просмотров. Посмотрите на эту цифру. Я просто в шоках. Видео идет 6 минут. Прикинь, как смешно. Ну чё, погнали смотреть. Выпадает зри, волки. Ого, G-команда выпал, то ты шо? Дорогулечки, ты моя G-команда, прикинь. Мяч челюха отлетела. Ребят, всем привет и прям... Какой он спокойный, я не могу. Это ТикТак? Мне кажется, он тогда на успокоительных сидел. И тогда, внимание, не было грибов. Слушай, это до того, как ТикТак заболел. Посмотрите. О, гифтбокс, Origin Case, Furious Case. Существуют в игре Stand of 2 и все боксы, которые существуют в игре Stand of 2. Я купил... Я в шоке, посмотри, какой он худой. 12 очень дорогих кейсов. 3 бокса. Очень дорогих по 100 голды. Супер дорогих. Бокса, это сейчас стоит. Это сейчас они дорогие, а тогда не по 100 голды. Кстати, если ты себе тоже хочешь вот такой вот крутой нож. Какой смешной байт на лайки. В общем, мы сегодня откроем с вами очень-очень-очень много кейсов и попробуем выбить какой-нибудь крутой нож. Вы просто посмотрите. Давай сразу перемотаем, Давай. Посмотрим, что ему выпало. Фиолетовый. Кассий. ТикТак открыл Оринжи. А ты посмотри, да, какая анимация открытия. Страшная. Да. Он вообще не расстраивается. Он вообще, посмотри, ему одни рарки выпали. Ему даже нет аркана и выпало. Слушай, а ну что, он крот гифтбокс или нет? Я думаю, что в то время, ну, гифтбокс сколько стоил? 50 голды? Он стоил 50 голды. Откроет. И смотрим, что из него она выпадает, ребятки. Я надеюсь, что так, хотя бы на выпадает что-то в этом open case, и, блин, нам выпадает какая-то хрень. Ты посмотри, ТикТак расстраивается. Это ТикТак, ты только он заболел. Блин, какой он адекватный, я в шоке. Мне же не пришли, что такой адекватный друг. О, гифтбокс! Из него нам выпадает. Смотри, он даже не батит, как обычно, 3 часа. Ребята, сейчас переходим в телеграм-канал. Просто взял, открыл. Я не верю своим глазам. Нам выпадает какой-нибудь бокс ненужный. Смотрите, смотри. Чекайте. Да, нам выпадает Furious Box, и из Furious Box нам выпадает тоже какой-нибудь шлак. Смотри. Посмотри, если бы он знал, сколько это голдишки, он бы так не реагировал. Блин, о, М4 смотри, Pro. Что он выцепил хорошего? М4 Pro, говорит, рарку. И МП7. В принципе, больше ничего крутого нам не выпало. Слушай, какие комментарии пишут, давай посмотрим. Мне же интересно. С этого видео ТикТак изменился навсегда. Кто помнит ТикТака с Блэкстрайка, помним, любим и скорбим. А ну давай посмотрим новые комментарии, интересно. Тогда все начиналось. Да, тогда еще ТикТак был нормальным. Ну что, погнали посмотрим еще какое-то видео ТикТака. О, о! Сегодня в этом видео. Пипец, ты богатый, подари мне какой-нибудь скин. Пожалуйста. Троллинга ТикТака. Пожалуйста. Дай нож, пожалуйста. Ладно. Пожалуйста. Что? Стой. Керамбит голд? Да. Откуда? Лайк. И подписка равно... Подписка. Подписка. Обязательно смотри видос до конца. И обязательно подпишись на канал. Я... Слушай, это еще те времена, когда ТикТак сам себе монтировал видео. И нехорошо вообще. Видос называется «Дикая реакция школьника на керамбит голд». Ну что, давайте смотреть, какая будет реакция школьника на керамбит голд. Керамбит голд? Ну да. В смысле? Где ты его взял? Купил. Не, я взломал. Сейчас школьника вообще не удивишь керамбитом. Не, они вообще. Все напишут скинченджер и все. Да, да. Тогда дай поносить его, я тебя молю. Я перед друзьями хочу похвастаться. Мне, знаешь, смешнее всего то, что как ТикТак выровнял этого школьника по звуку. ТикТак вообще не слышал, а школьник кричит 5 раз громче, чем он. Что? Стой. Керамбит голд? Откуда? Слушай, по всей видимости, это видео не постанова. Вот я прям слышу эту искреннюю реакцию школьников. Обалдеть, какой же старый был интерфейс, какой же старый был меню. 5 миллионов просмотров. Это 5 миллионов брало? Обалдеть. Да. А что пишешь в комментарии? Давай посмотрим. О-о-о, мой комментарий. Лайк. Это 4 года назад написал. Смотри, чел пишет, я бы все дал, чтобы вернуться в эти времена. Как же было кайфово в те времена. Обожаю это интро. Большая писка.
Ну что, ребята, прямо сейчас мы переходим ко мне. Посмотрим мои первые видео. Пустым духом. Давай. О, ребят, мое самое первое видео. Смотри, как оно называется. Разработчик-ветеран. Разработчик-ветеран с керамитом голд против нуба ютуберов стендов 2. Слушай, мне очень интересно посмотреть. А ну-ка, Нетка, я даже себя перемещу. Все, вы готовы, пацаны? Погнали! Дуэль против разработчика. Всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня у нас будет мега крутая и мега... Блин, мне так нравится задний фон мой! Вот ты просто представил, чтобы сейчас у ютуберов был такой задний фон. Ну это фулл кринж! Освещения никакого, просто как будто с подвала снимаешь. Да, 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 как будто с подвала вообще не заморачиваешь. Мне нравится этот телек на заднем фоне, я помню, у меня про этот телек подкалывали, наверное, года 2 или 3, потом подписчики. Где же взять топовый дроп, ребятки? Ответ крайне прост, конечно же, на полдропе. Тем более, там вышла обнова, добавили огромного злого крапуса, новую коллекцию классиков. Но и это не все. Хотите халявные подарки? Конечно, хотите, пацаны. Сверху на башку увидите секретное слово. Вы его вводите и забираете свой приз. Также, еще одно секретное слово, вы по нему получаете дополнительный процент. Все нужные линки находятся снизу, а мы идем дальше. Эпичная дуэль против около разработчика. Около! Или... это даже не разработчик около. Тестера или разработчика, я так и толком не понял. Все, ребят, поехали, поехали. Парень, короче, по-русски говорит крайне плохо, поэтому, ребят, мы все это время с ним записывали. Дуэль против разработчика, который даже не знает русского языка. По-английски. Также хочу сказать то, что это не кликбейт. Ребят, ни в коем случае не думайте, это не кликбейт. Это не кликбейт, поняли? Потому что этот парень действительно оттуда, сверху. Ну, вы поняли, да? И, пожалуй... Ну, если я не ошибаюсь, это действительно не кликбейт. Просто поставьте мне огромный лайк и подпишитесь на мой канал. Ну, потому что это очень, очень важно для меня. Да, это я сам монтировал, прикиньте. Ну, еще поставьте колокольчик и напишите мой хороший комментарий. Да, ребят, напишите, как вы думаете, кто же круче, Кента ПК, это я. Ну, давай на гнезд перемотаем. Кто же круче? Опа, ослепил. Мне интересно, как ты злишься. Нет, плохо слепил. Смотри, я проигрываю 5-2. Трэш. Да ты тогда, что сейчас нуб, что сейчас. Не, раньше был жестким нубом. А ну, смотри мой АИМ. Ёшки-матрёшки. 14 хп. Рот мне в ноги. Рот мне в ноги, слышишь? Кент, ты сейчас так играешь. Ты сейчас так играешь. Какой я нуб! Desert Eagle Morgan у него. Да, ну так себе, дешевенький скин, кстати, на гигу у него. 6-2. О, а кемер скины, давай посмотрим, кемер скины. Ребят, можете уже писать. У меня их нету! Пока нуб. Ты бот! Уже можете начинать, я уже вижу, как вы пишете. Кен, ты нубло! Тебя бы даже моя училка бы выиграла. Ты видишь, у меня КР-спорт, я в шоке. Я проиграю. Да еще не попрошайничал ты. Ого. Да, убил, фу. Ого, у чела в М-спорт. Я думал, хана мне труба. Не, ребят, нормально, нормально. Какой счет? Просто 6-3. Какие же раньше были классные времена. Потому что сейчас, если ты с АКР-спортом, на тебя все смотрят, типа, фу, нищий. Вы как на бомжа, да. Да, а раньше ты был первый парень на стиле. Я ему проиграл? Ох ты, блин. На нож. О, у чела кирвол. Чекай. Ребят, реально, Туран играет очень хорошо. Вообще, парень красавчик. Ты не слился, блин, адекватный, тогда стендов был более адекватным, и ютуберы в нем тоже адекватные. Сейчас что произошло? Скажи мне, Кент. Не знаю, Нетка, просто времена меняются, время закаляет нас, ютуберов. Слышишь, а ты посмотри на ID этого разработчика, ID абсолютно, посмотри, у него даже, у него буквы на ID. Нет, это реально разраб, походу, я просто уже не помню. Давайте комментарии почитаем, видели комментарий. Давай, давай. 2:49, когда не пришло оповещение на твое видео, а ну-ка. Кент, когда кидаешь флешку, поворачиваешься к ней спиной. Блин. Я поверил, что он разработчик только тогда, когда он достал киргол. Это реально разработчик был. Если что, у него донатерские медали, а не медали ветерана. Раньше, короче, я не знаю почему, хайпили видосы с названиями, там где есть ветеран. Не, ветеран. Разработчик-ветеран. Ну, против ветерана. 10 дубов против 2 ветеранов. Я не знаю почему, но раньше это жестко хайпило. Ну что, погнали еще что-то посмотрим. Давай. Видео идет ровно 4 минуты. Набрало 250 тысяч просмотров. Называется нереально большой крафт. Я купился, я получил топ-скины в стендов 2. А, здорово всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня у нас будет мега-супер-пупер крутой крафт в игрушке. Еще у меня монтаж. 2. Лучше, чем сейчас. Ты не ромари. И, конечно же, как обычно, я разыграю 100 долларов. Смотри, ты видишь, какие цены на рынке были? Ах,
Это же как обычно. Смотри, Киргол 19к! А КРТХ 5к! А Уимспорт 5к! М9БН 3к! Я в шоке! Я хочу вернуться в 2018 год. А смотри, самое интересное. АВМ Генезис, в цене особо не поменялся. Он же сейчас стоит 3к, что раньше 3к. Ну а прямо сейчас мы посмотрим самое первое видео по стендофу Велечки. Подожди, это кто такой? Это кто такой? Я не верю. Это что? Веля, мужик. Какой мальчик сладенький. Это что за мальчик? Он сейчас двое меньше Вели. Посмотри, видео называется «Открывает 20 боксов». Боксов! Никей, боксов! И сколько видео? Дайте угадаю, там полмиллиона? А видео сколько набрало? Да. Два миллиона! Я в шоке, блин! Все по анализу, смотри, прикинь, сейчас снимем боксы. Давай. Всем привет, у микрофона Веля. О, у него хороший звук. В этом видосе мы с вами откроем 20 боксов. И посмотрим, какой же жирнющий годный лут мне из них выпадет. Я помню этого старого тарку, я помню старого тарку Вели на канале. Вот это вот. Обалдеть. Если ты еще по какой-то причине не бегаешь с крутыми скинами, то... Какой же Вели спокойный, я не представляю. Слушай, а знаешь, мне интересно посмотреть твою реакцию на открытие бокса. Давай посмотрим. Давай. Экс. Смотри, Веля на себя не похож. Да? Ну, неплохой скин, но он у меня уже есть. Это как будто не Веля. Ладно, еще один открываем. Открыть. Как будто какой-то брат Веля. Хотя бы, я не знаю, ну хотя бы... Ну это не поздно, Вель. О, рарка. Это хорошо. Неплохой дробовик. Лол. Прикольный, мне нравится рарка, правда. Я его бустил. Знаете, вот чем-то прям диким западом. Вот, кстати, диким западом, слышишь? Смотри, я нашел скин для тебя, специально для тебя. Я знаю, что мне больше всего прикалывает, какой микрофон в воздухе висит прям возле рта. Furious Box. Погнали. А, да, открыть. Давай, Веля. Что-нибудь. АКР Спорт! Мне так не нравится этот дигл, я просрал только что АКР Спорт, он был рядом. Блин, какой веленяшка, я не могу. Я не могу вообще такой. О, смотри, ему эпик выпал, сейчас будет жесткая реакция, готова? Раньше эпик это как сейчас Керголд, смотри. Ай. Что-нибудь годное. Только не Айрон! А, не? А, я думал, ему эпик выпал, а. Бедный велясик. Самый парашный скин. То чувство, когда сейчас он открывает по 100 кейсов. Эх, какой Веля был раньше, олды прослезятся. Ну, ребята, не мы такие, понимаете? Да, это жизнь вы такая. Такими сделали ютубер. Да, неадекватными. Да. Ребят, ну сейчас вообще полный угар. Называется видео «Самый безумный челлендж». Но самый угар в том, что Веля снимал без вебки. Но давайте посмотрим на старый интерфейс, да? Посмотрите, старый интерфейс. Давай. Так, сколько просмотров? 66 тысяч просмотров. Ну, нормально. Давай. Тона Веля, ребята, в этом видосе мы с вами будем проходить челлендж. В чем суть этого челленджа? Да все очень просто. Мы будем проходить гонку вооружений, используя только один. Ничего, у него инвентарь, ты понимаешь? Да, вообще, тогда он был. Да, ты понимаешь, что раньше этот инвентарь, это то же самое, что сейчас у тебя, не знаю, там, миллион долларов лежит на кошельке. Это примерно то же самое. Обалдеть. При керамбита в инвентаре, это точно. Обалдеть. Да даже больше. Используя только... Раньше такие инвентари ни у кого не было. Ни у меня, ни у Титака. У одного Вели, походу. Только один лишь нож. Смотрите, ребята, какой мне гриз подогнал. Хорошо, я уже в топе. Смотри, какие игроки нубы. Они все взяли нож. Господи, 4. Ты видишь, какие игроки нубы? Да мне кажется, ему поддаются. 3 килла уже за мной, 4 килла. Нет, я говорю, это раньше все-таки нубы были. Это тупо лайк, просто ставьте лайк. Промахнулся, убил, хорошо, отлично. Все, они все на ножах. Обалдеть! Они все на ножах. Вообще! Все... Веля мог этот челлендж за минуту закончить, смотри. Идут за мной, господи, почему так жестко? О, а давай посмотрим какую-то прокачку инвентаря от Вели. Давай! Он же это король прокачки. Сейчас он прокачивает там на миллион голды, а тогда может 100 давай голды посмотрим. Это вообще. Ну давай посмотрим, да. И сейчас у нас, ребята, подписчик. Представься, пожалуйста. Подписчик. Всем привет, под донеткой. Александр, мне 13 лет. Смотри на подписчика. Узнала, какой серьезный, да? Ну, я листаю ленту Ютуба, и мне в рекомендациях попался ты. Ну, я нажал, мне видосы твои понравились, и я попался. Обалдеть! Все ребята находят меня через рекомендации. Мне очень интересно посмотреть, насколько в итоге Веля прокачал этого подписчика. Давайте пролистаем самый конец, посмотрим, какой инвентарь. О, смотри, Веля ему нож дал в итоге, обалдеть! А может, этот нож уже был? Не, точно, Веля берет нулевые аккаунты и их прокачивает. Слушай, прикольно. Ну что, мы официально прокачали твой аккаунт. Теперь ты обладатель ножа.
Поздравляю. Ну что, что можешь сказать зрителям? Смотри, он как будто не рад. Да, такой, блин. Рассказывай. Слишком мало. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я говорю, я бы такого школьника не прокачал. Сейчас надо больше эмоций. Вот если бы я снимал бы с таким школьником, никто бы меня не смотрел. Отвечаю вам. Слушай, Анетка, давай посмотрим следующего Обоина. Интересно, что там он снимал? Ну, давай. Привет. Наконец-то я откалибровался в Standoff 2. Видео называется «Кейсер откалибровался в Standoff 2». Это было сложно, это было капец как сложно. А, в натуре, а помнишь же, к нам пришел с Кейсером. Ничего не сделаешь ради вас. Из 10 игр... Ничего себе! А он хорошо там играл? В принципе, все катки... Да, он жестко играет. Красная катка будет. Обалдеть. Я понимаю, нас уже... Давай сразу примотаем, посмотрим, на кого он откалибровался. Стоп, а у него полвидео Standoff, полвидео КС-ка? Обоин, ты чё? Мужик! Стой на месте. А папа, ты чё, у него полвидео КС-ка, полвидео Standoff, я такого еще не видел. О, на Рейнджера? Ого! О, смотри, видео Кента пока держалось до последнего. Мне жопа. Мне жопа! Как он в воздухе попал по Кенту? Обалдеть, я даже не понимаю, прикинь, такие раньше видосы набрали по 200к. Посмотри, какой я молодой, какой я молодой. Да, и видно! В брекетах еще. Смотри. Это раньше набрало кучу просмотров. Мне жопа! Ну да, да нет, ну играешь, это тогда отыграл. Ну это тупо нагибатор 228. Мне интересно, с кем счетом я в итоге выиграл? Сухую? Не, 84 выиграл. 84. Кем-то позорился. Ай-яй-яй, покрасите. Просто музыка СП, поэтому, пацаны, давайте посмотрим следующий видосик. О! Многие задают один и тот же вопрос. Обовин, когда же ты включишь... Первое видео с вебкой! ...снимешь маску лягушки. Так вот, у меня есть ответ на этот вопрос. Это первый раз он показал свое лицо. Обалдеть. Слушай, а тебе не кажется, что Бобби не поменялся? Вот без шуток. Вообще, я смотрю такая, вообще. А Боба, ты стареешь или нет? Так, давай посмотрим, как играет Обовин. Давай. Вантап, он для вантап. Так. Зашел, опасно. Ну что? А Бобби хоть килл даст или нет? Дал килл. Хорош. Ну слушай, раньше было гораздо проще играть, поэтому это не совсем по-честному. Откуда у него в первом раунде АКР? Ну конечно, после КС в Standoff это легко. Ну да, да. Это вообще... Не, слушай, нормально, он жестко играет. Хорош. Да. А Боба, хэштег непогано. Ладно, ребята. Ну, короче, с тобой нам не так интересно. Давайте посмотрим первое видео по Standoff Холдика. Оно было относительно недавно. Так, леди и джентльмены, это видео было снято 10 месяцев назад. Набрало 1 миллион просмотров. Слушай, ну как будто Холдик похудел немного, не? Продолжение. Да не знаю, мы для меня не изменились. Не просите. Стал как будто еще красивее, когда в Standoff зашел. Да. Standoff. Смотри, смотри, это рамка с Бравл Старс, я не могу. Стоп, он реально будет в рамке с Brawl Stars открывать Standoff? Я не знаю, это реально. А что он ничего не открывает? А что почем? Видос называется «Первый раз играю в жизни Standoff 2». Блин, Холдик, я думал, ты хотя бы на кассике сдонатишь. А он даже не донатит. Смотри. Давай, стреляй, Холдик! Какой нуб! Тупо нубосос! Ну первый раз зашел, нормально. Первое видео легенда, братва. Смотри, он с дробашом пытается пушить, с дробашом. С дробаша, ну это прям надо... Витек! У него чистая игра жизни, потеет максимально. Холдик, брат, не потей! Сразу видно, годы тренировок. После Бравла зашел настоящий пацан. О, смотри, залагал. Смотри. Подожди, чувак, перезаряжай. Стой, сейчас перезарядюсь, поехали. Да ну нечестно так. На нож мог бы посадить. Ой, как же все лагает, как же нуба выносят. Слушай, а что в комментариях пишут? Давай посчитаем. В комментариях что пишут. Залетел на обнову, даже мне неудобно было за серваки, но там реально большой наплыв актива. А, он под вместе с обновой залетел. Кто бы мог подумать, что спустя полгода Холдик станет таким, как он сейчас. Времена быстро летят. А, видишь, мы просмотрели видео. Мы застали с вами время, как Ванек начинал свой путь легенды в Standoff 2. Ну вот так же все начиналось. Блин, прикольно. И он так же спокоен, сейчас мне кажется более такое. Да сейчас, да, сейчас у него больше как-то эмоций. А это первое видео Рикардо. И сегодня, ребят, мы будем с вами открывать кейсы в игре под названием Standoff 2. Слушай, я не знаю, такое ощущение, что как будто только у меня единственное, а первое видео было реально кринжовое. Как у всех как будто нормальное. Смотри, хороший микрофон. Да даже потратился на 3 кейса целых. Ничего. Ребятки, я закинул немного денег и купил 10 простых кейсов. Ну и 3 таких прикольненьких, симпатичных. Кейсов, брат, это бокс, а не кейсы. Вот, был же. Ориджин бокс. Ориджин бокс. Так, ладно, давайте дальше. Мне нравится, знаешь, вот фоновая музыка Рика. О, ну вот второй раз, ребят. Второй раз от меня уходит тот скин.
Это обидненько, на самом деле. Как будто радио. Да, да, да. Мне интересна его реакция, когда ему выпало этот Air Sport. Давай сейчас посмотрим. Смотрим его реакцию. Я не знаю, ну я чувствую, ребят. Верите, нет, что вот повезет в этот раз. Последний кейс. Я надеюсь, что нам все-таки повезет. Давай, 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 я закрою глаза, вы тоже не смотрите. Там был красный... А, М4 Pro, ну, ясно, понятно. Как говорится, знаете, кейсы это не твое, так что... А сколько просмотров? 35 тысяч просмотров, еще пишут. Эх, были времена, когда-то Рик радовался Эпику. Я люблю эту рубрику, но я люблю, когда она не у всех заходит. Только видел канал, и теперь я его обожаю. То есть, 2020-го пришел смотреть, с чего начинал Рик. Брат, уже с 2024-го, эти видео по 7 лет, прикиньте. Как время быстро летит. О, первое видео Ерокса. Привет, сегодня я первый раз задонатил в игру 3000 голды. Открой кейсы. Ничего? У нас там 3 года назад никто не донатил такие суммы, тут Ерокс. Warface пришел к нам. Вообще упадет. Перед началом этого и ролика я хотел бы провести хороший такой конкурс именно для вас. О, смотри, конкурс, конкурс. Подписчиков. Это прокачка ваших аккаунтов Standoff 2. За лайк и подписку, да? Подпишись роликом в любой социальной сети. Поставь ролику лайк и подпишись на мой канал. Ааа, ну я не сомневался. Смотри, смотри. Вообще не похож на себя. А что это такое? Как будто, знаешь... Да, как будто на куски туалетной бумаги. О, ночь пошмак похожа. В натуре ночь пошмак похожа, смотри. О! Я, конечно, могу сразу купить вот такой вот ножик, но покупать я сегодня не хочу. Я хочу пооткрывать сегодня кейсы. Смотри, как кейсы раньше вылетели. Прикольно. Фирион кейс. Фирион! Понятно, давайте посмотрим. Тут у нас керамбит, есть Фараон, блин! Так, он купил кучу кассиков. Давайте так, открывать будем, наверное... Давай, родной. Какой? Поехали. Просто на глаза ляжет и все. И первый кейс нам MP7 банана. Кстати, такой симпатичный, но я думаю, уверен, что он стоит полные копейки. Давайте откроем кейс у нас. Который сейчас стоит 1000 голды. Ага. О, сколько ножей. И любимая рарка. Охренеть. Короче, что сейчас, что тогда, полный скам. А давай посмотрим, что выпало в конце в итоге. Давай, давай. Ему же команда выпала. А ну давай посмотрим. Ладно, еще откроем кейсы. Джек команда. Да! Мы выбили нож! Да! Станов любит Ерокса! Я прям за него рад, как за себя, реально. Он стоит почти 1000 голды. Да сейчас он так же плюс-минус стоит, когда смотри, смотри на выражение Ерокса, когда потратил 3000 голды на кейсы, и в итоге выбил нож за 1000. Да, выбили нож, пацаны. Да, выбили нож, пацаны. Да. Погодно все понимает. Правда, обидно то, что... Ничего, у него еще сколько кассиков. Где купать? Ну а теперь давайте посмотрим первое видео Рашика. Рашик, здорово, брат, салам алейкум. Посмотри, посмотри на Рашу, чисто какой-то мелкий школьник. С первого класса, как будто он на переменке снимает. Который не выспался перед экзаменом. Не, посмотри, какой сгоревший, такое ощущение, что он типа с моря только. Такая ситуация, что мне позвонил какой-то дикий агрошколь. Мне нравится его вебка, посмотри. Вебка чисто на 1/100 экрана. Школьник реально злой школьник, который просто предложил мне сыграть с ним дуэль. Видос троллинг школьника. Реакция у него вообще была какая-то бешеная, и он кричал, рвал и метал. Просто это, наверное, самый неадекватный школьник, которого я вообще встречал в своей жизни. И то, что, ребят, происходило в ролике, ну, это реально какая-то жесть. Всем желаю приятного. Давай посмотрим, что там, Мика. Это не... Внимание, сейчас, пожалуйста, сделай... Это контент! Я не ожидал, я не знаю, что я так мало набрал. Он набрал сколько? 20к. Блин, мне кажется, такой жесткий троллинг должен был набрать, ну, минимум миллион. Инвентаря, у меня он там где-то на миллион долларов. Так что я думаю, тебе хватит, бомжо. Давай, за кого ты хочешь? Блядь, за кота. Я пойду. Вообще, разнесу тебя сейчас просто на изи. Ты не забудь, да, скины ты мне отдашь, да? Конечно, отдам! Ой, у тебя еще и грузится 30 лет. Ты что, шалишь, что ли? У меня вот такой скоростной геймерский телефон, я тебя сейчас вообще уделаю нафиг. Слушай, ну я думаю, это как хороший, положительный, позитивный ноте мы будем заканчивать. Но, ребята, обязательно прожмите лайкосик, если вам понравилась эта рубрика. Напишите в комментариях, кого мы пропустили. Также напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Ну и обязательно подпишитесь на мой канал. Также не забывайте подписываться на мой телеграмчик. За подписку разыгрываю 5000 голдишки. С вами был ваш Кентуха, и на этом всем пока! Пока! Пока-пока!